Не знаю, что-то. Что-то. Ойкая. Ну да, под лодку идет. Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Приехали мы сегодня с ребятами порыбачить, и у нас первый выход на воду на лодочке. Вон Санька пока ее накачивает, мы с Максимом подготавливаем спиннинги. Надеюсь, что-нибудь вам сегодня покажем и рыбку половим. Ну что, дорогие друзья, качаем лодочку. Качаем лодочку, первый выход наш будет на озеро. Санька там. Всем привет. Крутит удочку. Уже готовится к выходу. Саня, каково сегодня будет у нас на рыбалочке, расскажи. Будем пробовать рвать всех. Всех? Да. Толстолоба вытянем такого еще? Будем пробовать. Будем пробовать, не обещаю, но ловить будем и на воблеры, и на джиг. Что ты сегодня с собой взял? Какие спиннинги? Что я сегодня взял? Да, я хипа. Дайя хипа. Бросовки 2.40, ага. Тест 3.15 и дайя хипа в ростовке 2.10, тест 7.28. Ага. Катушечки суриноя. Ты новую же заказал катушечку, да, которая видеообзор у тебя был, я видел. Да. Новая катушечка, давайте покажем. Суриноя. Блин, какая. Ну-ка дайте-ка сейчас на ощупь я. Ой, какая легкая катушечка. Какая легкая удочка, в комплекте, как это все здорово, ребята. Такая вот удочка у нас, очень легкая, шикарная. Первый раз держу ее. Вам скажу, действительно, Саня делал обзор. Очень здорово. Я надеюсь, что сегодня, Саня, ты ее разловишь. Я ее уже разловил. Уже разловил, да? Да. Я, значит, упустил момент. Пару окушков словил. А, что окушок, значит, не упустил. Я не видел, на какую катушечку не обратил. А это что за катушечка у тебя? Синайт. Синайт. Сколько она по весу? Взвешивал ты ее, Саня? Это тоже грамм 260 весит. 260 грамм. Ну, это довольно-таки легкая. Для профессионалов тяжелая уже, блин. Для нас нормально. Мы же не профи, мы любители. Я понял. Так, Саня, держи свою удочку. Будем надеяться, что она тебе сегодня пригодится. Надеюсь, не просто да. Так ты ее взял. Надеюсь, пригодится. Так, Саня, ну что ты? Рассказывай. О, посмотрите, друзья, только отошел, лодка уже почти накачана. Очень полезно, кстати, что Макс, он без нас уплывет. Сань, ты без нас не уплывешь, так и знай. Саня, расскажи про свою лодочку нам. Лодочка. Что у тебя за лодочка такая? Калибри. 330-я, ну-ка дай-ка я покажу людям. 330-я лодочка. Максимально 450 на 4 человек рассчитано. Ребята, вот так вот. Вот такая вот у нас калибри лодочка. Начинаем качать. Саня приобрел такой электрический насос. Вот, качает. Очень ему понравился. Саня, а где прям? Что у нас есть? А Санька все там не имется. Уже третью там скоро начнет разлаживать. Оттачивает уже технику мастерство заброса. Уже готовится вываживать нехилого шерестера. А если повезет, то может быть и палтуса. Да, да. Блин, палец вставил я. Давай. Почувствуй, когда мужики здоровые. Давай, Филонит. Давай. Давай. Как, передом ее замочь? Передом. Ну. Давай передом, Сань. Говоришь, моя бывшая. Тебя, наверное, самого на передом носил. Аккуратно. А вы посмотрите, какая чешуя, ребята. Ребята, посмотрите, какую тут рыбку чистили. Да? Ага, посмотрите. Местные лещи ловят? Лещ. Это не лещ. Либо голавль. Лещ. Так, ну что? Ну что, дорогие друзья? Все, лодка уплыла. Лодка уплыла. Давай. Так, сначала. Так. Опа. Ну все, давайте, пацаны. Пацаны, давайте. Начинается небольшой дождик. Надеемся, что Саня преодолеет. И споет нам песенку. Саня, песня.
Пусть мама услышит, пусть мама придет. Слушай, мы ищем легкую погоду, да? Да какая легкая погода? Град у нас, как обычно, молнии. Но дай бог, чтобы хоть что-то поймалось. Ну, такой дождь. Блин, тучи такой нету. Не очень как приятно. Тучи прям такой сильно нету. Ну, я думаю, что это мимолетный дождик такой. Ну, да. Опля! Опа! Вот такую красоту мы проплываем. Тут затянуто было, да? Ну. Так, вот непонятно откуда. О, пока возрождается. Человек толковый. Оп! И поехали. Уже можно кранк закинуть какой-нибудь. Да. Пока он гребет. У меня кранчик есть хороший. И у меня так тоже, кстати. Блин, смотри, прям под дерево. Опа, и голова. У меня цуриноевская сейчас приманочка, новый воблерок, вообще да, шикарно. Таня, контролируй только. Таня, удочки контролируй тоже немножко. Говорил мне, шампиньоны бабушка вкусные готовит. Саня, еще ночь. Саня, слышишь, ты как Коля лепишь тоже. Коля умел сказать. Коля умел. Что он там, говорит, не трогай леща. Что за привычка трогать леща? Вот, короче, плывем. Саня напрягается, мы балдеем. Пока что так. В дальнейшем, я думаю, тоже. Да. Мы с Максом на отдыхе. Работать негр. Мы балдеем, Саня гребет. И все у нас хорошо. Сейчас удовольствие, да? Даже если рыбы не споймаем, такую красоту надо будет все равно показать. Да. Очень красиво. У Сани, смотри, лошадок прибавилось. Да, как видео включили, сразу гребет. Держи видео, не выключай. Глуши мотор, ё-моё. Полторы лошадиные силы, как электрический грибу. Молодец, молодец, Саня. Ты так же все. С таким весом, с такой лодочкой все прет, прям вау. Ты красавчик. Не, места вообще красивые. Очень красивые. Вообще у нас рыбалка в Белоруссии замечательная. Такой. Выплываем на озеро Гомля и будем сегодня ловить на Гомле. Рыбалка на щатах у нас не получилась. Захотели 50 рублей, а мы всего лишь приехали часиков на 5-6 порыбачить. Мы подумали, что за 5 часов это все-таки дороговато. И не факт, что мы там что-нибудь еще и словили. Сейчас лето, это лотерея. Да, сейчас лето. Июнь, июль, на рыбалку плюй. Ну ничего. Максим говорит, я не знаю, говорит, что вам лет. Да, не да, знаю, мы в эту пару умудряемся ловить рыбку. Иногда она бывает и капризная, и реально не хочет брать. На рыбалку, правильно? Ну тогда. И вот Устье, пожалуйста. И вот Устье, озеро Гомля. Эрик, не, маленький. Жерешок. Или окушок. Окушок. Опа. О, Макс разловился. А не жерех. На-ка еще раскину. Она что? На мою. Нет, так... На воблера? Значит, это окуневый котел. Точно кушок. Саня, на кукан сажать. Саня, скажи, пожалуйста. Подсади, пожалуйста, к тому. На один встречу. Ты мне объясни. Окунь это или нет? Не знаю. Крупный должен быть. Такой окунь нас интересует, ну ладно. Хоть что-то. Так, ну что, говорим, дозвоним. Саня, какой? Смотри, Саня, снимай. Смотри, что тут творится, Саня. Блядь. Я снимаю. Это война, Александр, блядь. Ты воблер туда? Нет, я. Я тихо закину. Я стика туда закину. Саня, ну это не жерех. Это не жерех, ребята. Это все-таки... Есть. На пильке. Круто.
Есть. И он хороший. Пузырик. Вот пузырик, наверное. Я же не знаю, что на пирс взял. Не надо подставать. Нехороший, нормальный. Нормальный. Окунь, я же говорил. Ребята, что это? Окунь? Окунь. Ребята, пошла зарядка. Блин, а что так рано? Котлы. Давайте ловить, раз ловится. Ну да. На куканца сажай. На пирске поймал. Сажай на куканчик. Ё-моё, у меня ж ридж есть. Риджик. 90. Но тачивала все равно. От лодки еще даже не понял. Сопровождал и под берегом сел. Ну вот риджик сейчас будет хорошо лететь под самый берег. А я себе маленькую колебалочку. Да, я походу на нее. Блин, насадок больше как мог нету. Угу. И не видно больше нигде. О, есть. Давай. А я не знаю, щучка. Отпускай. Не, ну такую, конечно. Такую, конечно, отпускать. Куда я, бать, такую мелкую-то? Саня, ну мне за сутки тоже щучка насадила, наверное. Слышишь, я говорю? Да, скорее всего. Надо аккуратненько снять, блин. Жалко. Да, что ты забагрил, да? Да не забагрил, она в середину воблера ударила, и получается задний тройник ее секанул за шею. Ну ничего. Ну что, ну процесс идет. Ну да. Дальше. Ну вот, она теперь на пищета, да? Рыба есть? Нет. Опа. Свободненько. Нет, ты забыл сказать по папу, по маму, да? По папу, по маму, она нас услышит. Ну вот, риджика 90-го разловил сегодня. Ты его уже разловил? Я его разловил окушком, а теперь щучкой. Давай, Саня, так. Какие бы куски мы уже клевали бы? Не, ну как бы разловились все. Уже приятно, что не зря, как говорится, приехали. Надо попробовать что-то более-менее пощупать. Если он бахает, можно его найти на горке. А туча на нас идет, да? Я так понимаю. Да, как раз на нас. Обидно одно, что не поддержал того, что подходит. Да, щучка, скорее всего. А, ну. Есть! Есть, ребята! Саша, готовь подсак. Готовлю сейчас, Саня. Пиши. О! Щучка? Конечно, подожди. Подружка длинная. Твичинг рулит. Да. Ух ты! Красавица. Саня подругает. Аккуратно, аккуратно, кончик. Давай, ну, вот он, щаты, да? Опа. Вот вам и щаты. Ну, принимай поздравления. Спасибо. Да тише ты, тише. Готовь, Максим, куканчик на щуканчик. Так. Блин. Сяду-ка я. Чтобы не быть укушенным воблером, надо достать щипчики. Так, ну вот. Ну теперь... Кто-нибудь жалеешь, что мы приехали сюда? Ну теперь да. Увидели, что такое твичинг, Макс? Конечно. А то все джиг, джиг, Сашка, блин. Так, короче, смотри. Заманил да. Нас в джиг, сам ловит, да? Лови, лови. Ни хрена, что-то... Сань, мы еще покажем, подожди, это свишка ничего не знает. Давай. Поверь. Там вспомнит толстолоба, Сань, так понятно. Это джик. Вот да. Там джик рулит. Тут да. Не паспорт. Собачок откуда? Тоже джик. Понимаешь, он гуляет там, да? Блин. Стихия, стихия. Да. Не могу я. Не получается? Да не, я имею в виду правой рукой. Сейчас ну, надо. Давай я помогу тебе, Сань. Так, давай на отдельный, наверное, куканчик. Опа. Ну такая грамм сколько? 700? Да? Значок. Да, я туда садюсь.
Так. Ага. Не, еще выше. Выше? Во. Еще туда пружинку сгоняй. Летняя, худая. Да. Вот так. Травяночка. Да? Ну, все, все нормально. Отлично. Ну вот, ребята. Хорошо. Уже что-то есть. Вот такой у нас уже обувь. Это уже обувь. А вода какая теплая, мужики. Это уже обувь. Вот, ребята, тычок. И нету хвостика. Глубина под нами 5 метров. Обидно. Блин, надо себе конкретно джиговый спиннинг купить. Да так, вашу тему хочу войти. Что за херня? Почему она берется, она так плохо? Да я не знаю. Не знаю. Давно у меня такого не было. О, поплыл. Есть. Есть? Качок надо? Пока не знаю. А, не, вряд ли. Не, не знаю. Ну, спиннинг-то дубовый, ты ж не забывай. А, ну да. Ну, покажи. Ты что достанешь. Интрига. Ну, подачок. Смотри. Окунь. Бляха, муха. Ты видел, какой хороший? Санька, это куда спешишь? Окунек, ну ладно. А я просто, ну, сначала, я же в капюшоне в этом не заметил, что ты с подсаком. Ну ладно, сошел, сошел. Ну что, Саня, тебе нравится джик? Нет, джик нет, так я же говорю, джик это хорошая тема, как бы интересная. Но в нее лучше не лезть. Ну да, или в, на нее ловить, постоянно. Ну нельзя вот рассредотачиваться, то есть. Или чисто ловишь на джик, или твичишь. Или, ну, хотя тоже два спиннинга, когда рядом, можно на глубине то попробовать, а... Как говорится, в прибрежной зоне потвичить можно, правильно? Да, ну согласитесь, да, вот такие окушки. Не, окушок приятный, так в руку хорошо. Уже окушок был, наверное, грамм под 300. Неплохой, да. Нет, 300 навряд ли, грамм 250. Ну не 50 грамм, а 300. Ой, извини, шок, скорее всего, ребят. Шо? По ощущениям окушочек. О, как он лупит, давай. Максима поклевочка. Какой? Окушок. Тихо. Окушок, я точно скажу вам, это мой, вот который у меня сорвался. Не надо. Сорвался, да, вон, вот, вот, даже на рту написано, мой, блин. Хороший, смотрите, такой. Да, хороший. Вот, вот. Запрещенная баба. Ох, вот такие, если поклевывали почаще, было бы неплохо. Было бы хорошо. Да вообще не чувствую. Вот выбрасывай, как и есть. Да непонятно, что это. Так, так, держи. А на что? Вроде подачи не есть. А это какой-то груз. Нет? Рыба? Да нет. А? Наверное, рыба. Рыба? Или лодку тянет. Смотри. Не, зацеп был. Ёптерный цвет. Угу. А мы, честно, дед, все, все, я укрыл свалку нахуй. Да я сам, блин. Может, сетка какая-то. О, скажи, что это. Вот что это. Угу. Сетка? Угу. Как ставить? Угу. А, браконьеры долбаные. Причем... Максим, попытайся. Или груз какой-то. На. О, Саня, вот это болт. Тоже зацепился? Нет. Сетка. Или какой-то груз на капроновый. Но, блин, реально я хапнул адреналинчика. Ну ладно. Такой тык. Не знаю, что-то. Что-то. Ойкая. Ну да, под лодку идет. Ого.
Это окунь. Нифига себе. Просто забагрился. Но какой? Но какой его? Забагрился. Покажи-ка, Саш, его на камеру. Я тебе покажу. Слушайте, лет. Такого окуня на куканчик. Хорошенький. На куканчик. Гомельский. Ух ты. Опа. Вот вам и озеро Гомля, да? Вот, это уже паренек. Вот это окуней, про которых Санька нам рассказывал. Нет, даже еще поинтереснее есть. Ну, конечно, есть. Блин, чтоб он не соскользнул. Я держу, держу. Отпускай. Что не все равно это сам, за спину? Это он атаковал так. Это он атаковал и промахнулся. Блин. Ну что, такой окунек интересней? Ну да. Таких окушей, да. Ладно. Можно и половить. Где наш куканчик-пуканчик? Сейчас проверим. Ну ты знаешь, приятно такого тянуть. Я думаю. Ну это уже на гомельского похож, но еще... Думаю, намного больше. Сколько тебя? Сань, пружинку на себя. Да я знаю. Просто мне не могу. Вот, блин, короче, ребят, здесь надо походу ловить окуней. Смотри, какой красавец. Очень красивый. Опа. Лица под рудами стало. Это реально хорошо. Thank you very much, my friend. Ну, лучше бы он оторвался, да? О, оторвался. Ну и хорошо, хоть руки не пачкать. Бобровая хатка. Здесь бобров целая куча. Заканчиваем мы уже нашу рыбалку. Погода резко поменялась. Было пасмурно, шел дождь. Вылезло солнце, стало очень жарко. И рыба вообще наотрез отказалась даже поклевывать. Поэтому решили мы сворачиваться и ехать домой. Наша рыбалочка подходит к концу. Уже ищем место, где мы выходили на воду. Такая вот красота вокруг нас. Места красивые. Что, сегодня клевало, пока шел дождь. Как только дождь закончился, все поклевки закончились, поэтому мы немножко покидали, да, и решили возвращаться на базу. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким, и хвоста не чешуи на рыбалке. А я его не просек, потому сошел, все отлично. Если все, я просто целил деликатно, а тут не угадаешь. Надо... Что с ним сечешь?